«Готов к труду и обороне» – под таким девизом прошел спортивный фестиваль в парке 500-летия города Чебоксары. Выразить свою активную позицию изъявили желание более 100 человек. Подробнее о том, как проходил фестиваль, смотрите в нашем следующем репортаже. Руслан Моисеев, несмотря на молодой возраст, называет себя спортсменом со стажем. Любимый вид спорта – хоккей. Он считает, что физкультура нужна всем. Это не только здоровье, но и удовольствие. Советую заниматься спортом всем, без исключения, ходить в бассейны, посещать культурно-спортивные мероприятия, ну и вести здоровый образ жизни. Руслан, как и те, кто пришел в парк, поддерживает идею возрождения комплекса ГТО. С 1 сентября 2014 года он будет введен в России. Данный проект создан с целью физического воспитания и укрепления здоровья. На нашем фестивале сегодня участвуют более 46 команд, более 100 участников, и они будут выполнять в тестовом режиме упражнения нормативы комплекса КТО, предполагаемого, которые будут утверждаться. Что они будут делать? Значит, бег на 60 метров, метание гранаты на дальность, прыжки в длину с места, сборка-разборка автомата тоже включили, отжимание от пола, поднятие гири, стрельба из пневматической винтовки. Всего в программу фестиваля было включено 10 спортивных дисциплин. Участниками мероприятия стали как любители, так и спортсмены со стажем. Казалось, поддержать спортивную акцию решила даже погода. К началу соревнований из-за туч выглянуло солнце. По окончанию фестиваля участникам были вручены сертификаты, а победителей наградили значками ГТО. Екатерина Харитонова, Сергей Рябчиков, Республика.